короче, оно должно начать орать. Ну ладно, идем дальше. База какая-то на втором этаже, но очень извилисто разветвленная, заметили? А здесь всего одна дверь, и это, видимо, вот, видите, с двух сторон проход открыт, да, сюда, и вот там я, наверное, после этой стены должен выйти. Блин, я не знаю, наверное, надо сохранить на всякий случай. Опа, здесь вот такая вот каталочка. Против нее, естественно, у меня нет невидимости никакой. И вон там в углу лежит какой-то движок. Видите, похоже на двигатель от автомобиля какого-то. Вот так вот ее надо проходить. О, я нашел взрывчатку. То есть это, видимо, дистанционная. Неизвестно, как ее работать.